Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Trantas News, и сейчас расскажу вам об очень интересном инженерном решении в BMW iNext. Кроссовер BMW iNext, которому пророчат роль технологического флагмана немецкой марки, оснастят умными стеклами Intelligent Glass Control, разработанными фирмой Continental. В 2019 году дебютировала улучшенная версия этой технологии, позволяющая использовать застекленные поверхности в качестве экранов. Технология Intelligent Glass Control представляет собой стекло со специальной пленкой, которая под воздействием электрических микроимпульсов изменяет степень прозрачности. В ее составе имеются так называемые жидкие кристаллы, которые позволяют реагировать на воздействие током мгновенно. А также пленка, она может затемняться в определенных областях. К примеру, за средними стойками, чтобы скрыть личность пассажира, или снизу, когда солнце только встает на горизонте. В 2019 году Continental представил обновленную версию Intelligent Glass Control. Теперь стекла могут самостоятельно прогреваться без использования нитей накаливания. Вдобавок выступать в роли экрана, на который можно вывести подсказки ассистента или автопилота. Скорее всего, именно в таком виде технология появится на BMW iNext. О технических характеристиках электрокроссовера известно немного. Предположительно, он получит многомоторный силовой агрегат и сможет проехать без дополнительной подзарядки до 600 км. Специально для iNext компания BMW разработала рулевое колесо полигональной формы, которое облегчает посадку в машину, вдобавок не загораживает панель приборов. Кроме этого, BMW iNext будет оснащаться изогнутым дисплеем. Он будет установлен таким образом, чтобы пассажиры не видели точек крепления к передней панели. Для защиты экрана используют не бликующее стекло, а тонкий кронштейн будет выполнен из магния. У меня пока все. Больше новостей вы всегда можете найти на нашем сайте trantas.news. Пока!